На своем очередном заседании депутаты утвердили решение о распределении дополнительной суммы субсидий городского бюджета в размере 38 миллионов рублей. Дополнительные деньги, согласно принятому решению, получат школы на организацию питания детей, лицеи на покупку оборудования для кабинета физики, управление по культуре для повышения зарплаты, клуб «Богатырь» для приобретения спортивного инвентаря и граждане Украины на свое содержание. Дополнительные деньги будут выделены на реконструкцию водовода. Уменьшены субсидии в части финансирования расходов на оплату труда работников образовательных учреждений. Это связано со снижением средней заработной платы в целом по промышленности, от которой зависит средняя заработная плата учителей и воспитателей. Согласно новой дорожной карте, она упала в среднем на 1500 рублей. Полномочия по собственным соображениям сложил депутат городской думы Михаил Березин. Руководитель счетной палаты Галина Грищенко познакомилась с результатами проверки законности использования средств на реализацию подпрограммы по патриотическому воспитанию молодежи.